Привет, Хунгари, вместе с Машей! Сегодня мы будем делать барьер для лапочки. Мы уже начали тренировать нашего кролика. В скором времени мы снимем видео о том, как дрессировать кроликов. А сначала покажем фото кроликов, которые нам прислали девочки. Аня поделилась фотографией своего кролика, которую зовут Милка. Породы карликовый русак. Она передала привет нашей лапочке. И тебе, Аня, от нас привет! Привет, Аня! Александра также прислала фото своего кролика. Его зовут Лисенок. Девочки, у вас очень красивые кролики. Напишите, пожалуйста, нам в комментарии под этим видео, как вы за ним ухаживаете и чем кормите. Нам будет интересно почитать. Да. А теперь приступим к изготовлению самого барьера. Нам папа вырезал из заготовки из дерева. Все размеры этих заготовок представлены в описании к этому видео. После того, как мы приклеили наши две запчасти, нужно нарисовать, где у нас будут находиться жерди. 7 сантиметров должна быть от пола первая, вторая 14 сантиметров, третья 20 и четвертая 25. Это для молодых кроликов, для начинающих дрессировку. И крепим все наши остальные детали по нашим заметкам. Вот таким образом. Примерно это будет выглядеть вот так. Теперь нашу конструкцию нам осталось покрасить. Красить нужно обязательно акриловыми красками. Мы будем красить розовым цветом, разбавлять розовый с белым, чтобы он не был таким ярким. Мы разукрасили нашу основу розовым цветом. А саму жердь мы будем рисовать белым и черным цветом. Поехали! Покрасили жердь. Вот такая красивая она у нас получилась. У нас все высохло, теперь надо собрать. Ну, лапочка, попробуй, понюхай. Как тебе? Это наш барьер. Только не грызи, только не грызи. Тебе нельзя такое грызть. Ай! Ай, убежал. Отдай. Отдай палочку. Давай, попробуй. Перепрыгнешь? Ура! Получилось! Иди еще сюда. Иди сюда, прыгай. Дубль два. Лапочка, давай, давай. Опа, молодец. Пробуем. Опа. Ты молодец какая. Да, да, забери вкусняшку. Как дрессировать кролика прыгать через барьер, вы увидите в других видео о дрессировке кролика. Всем пока, подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Всем пока, мяу. Мяу, 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 мяу.